Навык приготовления блюд нужен практически каждому человеку. Полюбить кулинарию, а также обучиться тонкостям профессионального мастерства смогли все желающие. Участникам показали, как из обычных продуктов создать блюдо высокой кухни. Мы готовили три блюда. Первое это был там холодный томатный суп гаспачо с тимьяном, с болгарским перцем, с томатным соком и со льдом. Второе блюдо у нас было медальоны из свинины с карамельным сельдереем. И третье блюдо было карпаччо из клубники со свежими ягодами и шариком мороженого. Большинство участников мероприятия – это абитуриенты кафедры технологии и организации общественного питания ЮРГУ. Однако есть и исключения. Одной из участниц мастер-класса стала выпускница нашего вуза Ирина Власова, которая поделилась своими впечатлениями от мероприятия. Я считаю, что данные мастер-классы очень нужны и очень важны, потому что умение готовить – это достаточно популярный навык, вот, которым, к сожалению, владеют не все. Ну вот, собственно, я не очень хорошо готовлю, вот, но очень бы хотела этому научиться, поэтому пришла сюда. Кафедра технологии организации общественного питания – единственное место в Уральском регионе, где готовят специалистов пищевой промышленности с высшим образованием. На кафедре регулярно организуются встречи с ведущими кулинарами Челябинска. Существует возможность стажировки за границей. Важным направлением является производство оздоравливающих продуктов, восстанавливающих нервную систему. В настоящее время мастер-класс, который проводится, это одна из маленьких частиц, которые планируем в будущем расширить и использовать именно для выполнения программы 5-100. Последние годы индустрия питания интенсивно развивается. Это обеспечивает выпускникам кафедры гарантированное трудоустройство, быстрый карьерный рост и высокие заработки.